Эта территория, Березовая роща, отведена под строительство 2500 домов. То есть это вполне с запасом хватает для того, чтобы переселить всех, кто потерял жилье во время наводнения. 15 соток будет в каждом приусадебном участке. Они нарезаны будут для каждого этого дома. И будет построен сам дом по количеству квадратных метров или утерянного жилья, или по социальной норме. И будет построен забор. Дом будет построен под ключ со всей внутренней отделкой. Дома по проектам Добрыня 3 и Добрыня 1. Добрыня 3 несколько больше, на площади 72 квадрата, а Добрыня 1 – 52 квадрата. Дома по каркасной технологии с утеплением минераловатным утеплителем КНАУФ 200 мм. Дома имеют уже чистовую отделку, внутри обшивается все деревянной вагонкой, полы имеют чистовой вид, отделка санузлов будет также произведена. К домам подводятся инженерные сети, то есть дома будут полностью пригодны для заезда сразу в день сдачи. Дома трехкомнатные, то есть это зал, объединенный с кухней, две спальни и санузел, пол, соответственно, крыльцо. Мы строим по всей России подобные дома. Проекты Добрыня 1, Добрыня 3 – это самые популярные проекты одноэтажных жилых домов по каркасной технологии. Строим мы их уже около 10 лет, и за это время построили больше 10 тысяч домов по этому проекту. В том числе в Сибири, в Новосибирске, в близлежащих регионах активно строим.